Ну що, друзі, повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру. Доброго ранку тим, хто до нас доєднався. Дивіться, ми зараз переглянули сюжет з приводу того, що у кожного свої цілі, свої амбіції. От я зараз близький до цілі, напевно, застрахувати здоров'я себе та своїх рідних. Та чи вдасться мені це? І що потрібно робити, розкаже наш фінансовий консультант Ярослав Лисько. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, дякую, що ти сьогодні з нами. Давай поговоримо про те, що зараз є певні компанії страхові, так, вони пропонують страховку і включають туди ще медичну страховку. Це правильно взагалі, чи можна довіряти таким компаніям? Вопрос довіри – это вопрос разобраться, да, что работает, не работает. У каждого это свой критерий, да, верить или не верить. Но компании работают не первый год во всем мире, некоторым 150 лет, 200 и более, да, Англия, Америка, Старая Европа. Не про Украину, там-то зрозуміло. Да, и, соответственно, они, конечно же, и в Украине работают уже не первый год, если так кратко, более 20 лет, да, потому что поменялось законодательство, когда Украина стала на рельсы в Европу, да, то меняется и все законодательство. Соответственно, компании пришли и решают, помогают самому государству решать задачи накопительных программ, в том числе и страхование жизни, если так можно сказати, медицинський вопрос, який дуже важливий в житті кожного чоловіка. Я уточню, вони допомагають створювати власну систему, чи вони просто заходять із своєю системою і паралельно просто ведуть це в Україні? Само государство теж зараз планує, да, ввести такой продукт, накопительные программы для населения. Но пока очень слабо реализуемо, о чем говорит и премьер-министр Шмигаль, и министр социальной политики. И пока это еще не удалось. Но в планах у самого государства есть. Компании уже приходят с готовым решением и с понятной системой, как это работает и как помогает человеку в жизни. Яка найголовніша загвоздка того, що в Україні це ще досі не діє, що це тільки постійно в планах, тому що ми вже, напевно, ми при Порошенку чули про медичну страховку і так далі, і при Зеленському зараз те саме чуємо. В чому зараз камінь? На мій взгляд, це проблема в бюрократичній самій системі, в перестройці, да, самого государства. Да? Это должно пройти не один год, как у наших соседей, Польши, Чехии и других странах, да, постсоветских. Поэтому процесс не быстрый в рамках самого государства, но для этого и есть международные страховые компании, которые уже знают, как и что делать. Так, а скажи, на твій погляд, от якщо ми все-таки говоримо про законодавчий рівень, що потрібно змінити в Україні, от саме на твій погляд, щоб ця система вже почала правильно працювати і щоб люди відчували себе більш-менш захищеними? Ну, ми знаємо, що страхування було і в советское время, да, тут вопрос в том, кто будет управлять этой системой. Да, если говорить о международных компаниях, то это концерны, где филиалы есть в каждой стране. Они знают, как работать с разными экономиками, с разными политиками, с разными перипетиями, которые могут происходить. И это не так сильно влияет, в общем, на международные компании. А в рамках одного государства тут стоит вопрос, кто будет управлять, эффективно или нет. И должно выстроиться правильная иерархия управления финансами, как это все будет осуществляться. Ну, а на твій погляд, от якщо ми зараз візьмемо ситуацію просто в Україні, нам краще все-таки відкривати філіал компанії там зі сторічним досвідом страховою, так? Чи свою якусь систему вводити? Ну, я уже сказал, да, что государство планирует делать накопительное пенсионное обеспечение, в том числе и медицину. Но страховые компании, они уже присутствуют на рынке Украины, их достаточно много, не будем называть, да, какие. Поэтому можно самостоятельно для себя, уже не дожидаясь решений государства, знаешь, надейся на себя и начинай действовать. Поэтому выбрать и подготавливать для себя все такие моменты, которые могут защитить жизнь человека, его семьи с точки зрения финансов, да, потому что мы не знаем, что может произойти, в какой момент и где, но иметь такой надежный тыл в активном периоде хорошо, да, хорошо. Если же говорить о том моменте, когда мы уже не будем работать или не захотим работать, тут уже вопрос нашего
такого подхода, как мы будем жить и как прошла наша жизнь. Потому что это не забег, а марафон, скорее всего. И какой результат будет там, всего лишь зависит только от нас. Что мы подготовим? Слухай, є ще один момент. От я спілкувався з певним колом людей про страхові компанії. І у багатьох із них є все ж таки страх того, що ці гроші до тебе не дійдуть уже в той момент. Це наскільки поширено зараз взагалі? Страх є у людей, але знову-таки це вопрос розібратися. Якщо посмотреть історію компаній, причому мирових, пережили і крушення Титаніка, і теж 11 сентября, і компанії до сих пор существують. Якщо посмотреть, які компанії осуществляли ці виплати, навіть на 11 сентября це були колосальні убитки для них, але вони не развалились, они работают до сих пор. Почему? Потому что есть дополнительные инструменты, да, то, о чем я говорил, управление, как это будет эффективно для защиты человека и надежности в таких компаниях, да, потому что есть перестрахование. Мы знаем, в Европе все застраховано, перестраховано, со страхованием сделано, да, поэтому это такая община мировая, которая поддерживает друг друга. И если где-то в одной части Земли что-то произошло, то будет поддержка со всего мира за счет инструмента перестрахования. Поэтому это очень надежно. А я хочу бути трошки пессимистом и згадати книжечки, на які клали наші бабусі книжки, гроші. Вони теж надіялись, що вони зможуть, коли їм потрібно, зняти звідти гроші. Зараз так само ми думаємо, як створити систему накопичувальної пенсії. Це має бути банк, страхова, там велика система, яка має гарантувати нам. Так, ви говорите про загальні масштаби, весь світ і так далі. Але в нас є вже досвід, коли ми ці гроші, які клали на майбутнє своїм дітям, внукам, просто не отримали. Да, і саме це є основою того, що люди не довіряють. Все совершенно правильно, я с вами согласен, да. Но необходимо разобраться в корне, почему так произошло. Вот бабушки ложили вам на книжку, в какой стране и в масштабах каких границ. Была ли эта страна открыта? Угу. Тобто ви маєте на увазі час, в який вони жили, і час, в який зараз. Все змінилося. Сам підхід страны, какая она была, открытая или закрытая? Закрытая, так. Да? И вопрос, кто управлял вот этим инструментом? Открывались ли филиалы в других странах, или это было действительно закрыто? И когда они просто приняли решение, все. І ніякої відповідальності. Так, да, совершенно правильно. Ну, ти знаєш, тут є ще один важливий момент. Зараз досить поширено, знаєш, сітєвий маркетинг. І от багато страхових компаній зосереджені саме на цьому. От як не потрапити туди, так, в цю кабалу? І щоб не просто не втратити гроші. Як от саме зрозуміти, що це нормальна страхова компанія? Ну, там, окрім того, що вивчити історію компанії. Сетевой маркетинг – це совершенно другое направлення і відноситься в розрізі страхових компаній тільки к інструменту реалізації і предоставлення продукту, ознакомлення тебе як чоловіка. Да? Так. Що? Це інструмент ознакомить, да? І ти можеш цим не займатися. Це совершенно другая сфера деятельности. Если говорить о накопительном страховании, то есть страховая компания, которая заботится о жизни человека, на две основные задачи. Это решение пенсионного возраста и проблематика медицинского, критических каких-то моментов в активном периоде человека. А сетевой маркетинг, который предлагает такой продукт людям, это всего лишь решение распространения этого продукта. Да? Страховые компании могут свой продукт предлагать, ну, основными тремя способами. Это собственная агентская сеть, банковская агентская сеть, где мы приходим и можем просто приобрести себе такой продукт. И маркетинг, MLM, распространение. Просто, знаєш, це дві різні речі. Так, тут момент в тому, що завжди люди просто звертають увагу на те, що це сітєвий такий маркетинг, і все, вже немає жодної довіри, от, в принципі. Тут залежить від того, як предлагается этот продукт. Если я скажу, слушай, ну надо застраховаться, еще будешь заниматься, может быть, ты не хочешь, правильно? Ну, некорректно. Ну, тут вопрос предложения. А если мы скажем о том, слушай, а официально ли ты работаешь? Ты уже посчитал, сколько у тебя там будет? Да или нет? Так. Хочешь разобраться?
давай посмотрим твой вариант, как таким продуктом можно решить задачи для тебя и твоей семьи, когда основная ответственность финансовая о обеспечении твоей семьи лежит на тебе, как на мужчине. Было бы интересно иметь такой тыл прикрытия для своей семьи. Що скажеш? Ну, в принципі, так. Відчуваю різницю. Так. Дивись, зараз ми потроху вже переходимо до питання, як же саме підбирати страхову компанію. От ми зрозуміли, що сітєвий маркетинг – це не так страшно. Тобто його можуть навіть по-іншому піднести так, щоб зацікавити. На що ще потрібно звертати увагу, аби от саме вибрати правильну компанію? І щоб тебе не обдурили в першу чергу. Так, щоб не кинули просто, як в Україні, знаєш, часто. Ну, смотрите, якщо ви візьмемо не сітєвий маркетинг, а приходите в банк, и вам менеджер предлагает, смотрите, есть такой продукт дополнительно, у вас есть кредитная карта, мы вам предлагаем за небольшую сумму денег, если вдруг что-то случится, чтобы этот кредит, если вы его потратите, не остался для вашей семьи, согласно законодательству. Таким продуктом мы страхуем жизнь вашу, например, на миллион, а у вас кредит на 200 тысяч. Если вдруг что-то произойдет, поможет семье закрыть этот кредит в сторону банка? Тут треба розбиратися, що саме ти маєш пообіцяти за цю страховку. Це не так дорого. Вони списують з карти, навіть якщо ви коли берете кредитний ліміт, все одно ваш кредитний ліміт, він застрахований. Да? Банки перестраховуються так чи інакше. Вони у вас кожен місяць списують зовсім небольшую суму, і вона, скоріше, для вас незаметна. Тому вибір компанії – це всього лиш вибір пріоритетів, і нравится бренд, не нравится. А що вибирати? Это, ну, вот менеджер може вам предложить несколько варіантів. Якщо же це предложення персонального консультанта финансового, то он уже подбирает, исходя из ваших предпочтений, возможно, финансового положения. На то он и финансовый консультант, ну, так, чтобы так. вам это квалифицированно объяснить, какие есть нюансы и как это может быть лучше именно в вашей ситуации, для вас. Но если говорить в разрезе компаний, каждая из них очень надежна. Так, ну давай ще згадаємо те, що в принципі ми поговорили про страхування як таке, так? І накопичувальна система страхування – це щось на кшталт пенсійного фонду. Ну, немножко не так. Пенсійний фонд, його наповняють молоде працююче покоління. Податки. Да. Ну, система та ж сама, то в принципі ти ж кожного місяця сплачуєш щось, і потім, коли прийде час, ти вже зможеш це брати. Да, но в разрезе пенсионного фонда ты не можешь самостоятельно управлять результатом, так. который у тебя получится финансом, да, какой это будет объем. В таком случае все зависит от рождаемости населения. Да, почему сейчас пенсионный фонд уже не справляется? Потому что были года, когда рождаемость в нашей стране она упала. Банально, нету подрастающих, кто будет работать и платить эти налоги. Но соответственно, скажи, співвідношення один до одного. Да, примерно так, но эта ситуация будет усугубляться. Да, то есть у нас стареющая нация? Получается, да. То есть нам уже необходимо каждому из нас по минимум 3, по 4, да. Как было раньше, неочікувано. С 1900 года, там, по 5, по 7 детей было и так далее. Если принцип самостоятельного накопления для себя, то человек может спрогнозировать, какая будет его жизнь с точки зрения объема денег в его жизни, когда он не сможет работать, какую сумму он получит. И он может знать, будет он путешествовать, отдыхать, помогать внукам. Вот в этом разница подходов, да, что ты сам о себе заботишься, как утром проснулся, если нету никого, пошел, приготовил яичницу, кофе, никто же этого не делает, ты сам о себе заботишься. Здесь точно такой же подход, и это гораздо ответственнее даже в рамках государства. Если ты понимаешь, что необходимо о себе заботиться, значит, ты действуешь эффективней, работаешь энергичней, возможно, 2-3 работы, может быть, одна очень классная с хорошей зарплатой, да, или ты можешь быть эффективным менеджером, но ты для себя знаешь, сколько каждый месяц, сколько времени нужно потратить, сколько нужно отложить для себя, чтобы потом прийти к запланированному результату. То есть у тебя есть финансовый план для своей жизни. В разрезе пенсионного фонда решают за тебя, а не ты. Что бы ты выбрал? Так, ну, добре. Я погоджуюся з тим, що ти цікаво пропонуєш одне і пропонуєш інше, і тут уже людина вибирає, от, що їй більше на душі. Ну, звісно, коли ти сам розпоряджаєшся своїми грошима, це класно. Тепер питання, яке хвилює і мене, і глядачів. Ми кожного місяця сплачуємо страховій компанії певні, ну, згідно нашого договору, так, певну суму.
Який хист страховій компанії від цього? Компанія, ну, понятное дело, что работает с этими деньгами, и в законодательстве прописано, что от работы с этими деньгами компании зарабатывают и для человека, и для страховой компании, как управляющей компании, так, международной. Сидят аналитики, которые прогнозируют, что будет происходить в этой стране, макро-микро показатели, да, то есть это целые отделы, которые учитывают все нюансы на нашей планете. Да? Тобто вони, по суті, розподіляють гроші, які до них надходять від простих громадян. Да, совершенно. А потім в певний момент, коли це необхідно, ці кошти виділяють. Да, виплачують чоловіку, якщо у нього вже підійшов срок окончания договора по возрасту, там 65 лет. Не у всех же закончится одновременно, да, даже если на примере 11 сентября, ну, масса была выплат. Соответственно, у компании есть резервные фонды. Страховой рынок работает по одному простому принципу. Если даже брать автомобильное страхование, да, мы каждый год идем, покупаем себе или гражданку, или каску, да. Но не все же машины ломаются или разбиваются вот просто. У кого-то это просто не происходит. Мы на следующий год идем, снова приобретаем. Но этот же продукт был защитой. Если ничего не произошло, то деньги у страховой компании остались в ее фонде. И соответственно, чем больше пользователей, да, кто о себе заботится, если со стороны здоровья ничего не произошло, формируется резервный фонд дополнительный. Соответственно, человеку есть и большие выплаты на защиту по здоровью и сформировать ему его финансовый план, к которому он запланировал прийти, отчисляя ежемесячно или поквартально, или полугодично, или годично одним платежом определенную сумму со своего дохода. Але в нас є дуже багато компаній, точно знаю, що в Києві є великі, великі компанії, які в обов'язковому порядку страхують за рахунок компаній своїх працівників. Да, совершенно. Це вже так само робота просто великих холдингів з страховими компаніями. Це вже досвід не з України, а, наприклад, з Європи чи з Штатів. Так? Да, многі з нас путешествовали і знають, да, виїхати за границю без страховки. Нереально. Та навіть елементарно взяти кредит на щось. Тебе страхує банк від нещасного випадку. Навіть білет на поїзд Київ-Харків, да, він вже. Соответственно, якщо це велика корпорація, українська компанія, і роботодатель розуміє, що від здоров'я моєго адміністратора, менеджера, топ-менеджера зависить результат ефективності компанії, ну, з точки зрения бізнесу, то дешевше застрахувати. То я хочу о ньому позаботитися. Він крутой менеджер, він крутой ведущий, да? Ну, я хочу о ньому позаботитися. Це ж, ну, комунікація. Так, да? Так. Соответственно, є корпоративне страхування, але тут один такий нюанс. Якщо ви працюєте в цій компанії, то вам оплачують такий продукт. Так. А якщо ви перестали працювати, то роботодатель говорить, я дуже радий був з тобою співпрацювати. Тому такий вид страхування теж є, але якщо говорити в розрізі України, как человек может самостоятельно о себе позаботиться, потому что мы не знаем, в какой точке и где мы будем в нашем отрезке времени по жизни. Вы проснулись, подготовили себе и знаете, где бы я ни работал, я себе подготавливаю свой тыл самостоятельно. А работа, если вам делают такую заботу, то это просто дополнительный бонус к вашей жизни, и это круто. Ну, тут найголовніше оцінювати свої сили, оцінювати, скільки і чи варто, тому що різне буває. І кожен, і в нас дуже мало інформаційної політики, от чого не вистачає. Люди мало усвідомлюють, що це таке. Тобто, люди, читайте, дивіться наш ефір, тому що в нашому ефірі Ярослав Леськов, фінансовий консультант, розказав багато моментів, які варті вашої уваги. Я точно знаю, що матеріал, який ви зараз тільки що переглянули, вам ох, який сподобався. І от, щоб не пропустити порцію ще крутішого матеріалу, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Я нагадаю вам, що там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що вже з'явився найсвіжіший і найцікавіший матеріал. We'll be right back.